Здравствуй, мир! Сегодня мы с вами будем спасать с работы это чудесное растение. Это бельбергия, и она очень колючая. Поэтому вытряхиваем ее из горшочка, с которым она жила очень-очень долгое время, и превращаем ее вот в это красивое растение. Я убрала все сухие участки, обновила грунт, пересадила в новый горшочек и чуть-чуть ее омолодила. Посмотрите, смотрится совершенно по-другому.